И что ж, продолжаем, уважаемые друзья. С вами Александр. Продолжаем, продолжаем. Продолжаем продолжать. Так, у нас командные битвы. То есть мы будем с напарниками, да, походу. Митсубиси Эклипс. Помчали. Ручная. Да вы что, шутите? Да я уже иду по автомату. А, я даже, блин, не знаю, как тут переключать. Думал проехаться. Но не, она не стандартная, не на А и на Z, потому придется заново запустить. Эклипс, блин, это крутейшая тачка. Тачка с заставки и очень похожим обвесе, которая была в андеграунде первом. Все ее хотели, но она на самом деле была ничего особенного. Но выглядела она круто. И заставка, как она там по ходу тюнингуется. Управление у нее неплохое. Но я помню, я ездил уже в этих же заданиях. Но она была более прокачана, и тогда у нее управляемость была похуже. Три круга. Да, она не тюнинг, а вообще минимум. Stage one не больше. 200 километров еле едет. Но красиво. Красиво этот ветерок. Машинки выглядят красиво. Я не знаю, они не стали намного лучше в современных Need for Speed'ах. Вот в гараже, конечно, там выглядят машины уже как настоящие. Но они выглядят даже в Hot Pursuit. Тот, что старый, самый старый, не знаю, второй по ходу, по счету. 90 какого-то там года, конца 90-х. Там машины в гараже были тоже шикарные. У нее есть запас по управляемости. То есть ей надо еще мощей побольше. Запас громадный. Эх, люблю я спринты. Круг проехал и все в шоколаде. А здесь еще два. Давай, Эклипс, тушься. 200 километров в час для тебя не предел. Это пятая передача. Их, наверное, всего пять, да? Так, вот здесь нужно срезать. Не пользуюсь даже закисью. Ну хотя надо, то есть это общая культура вождения, скажем так. После поворотов нужно чуток использовать закись. После поворота, в котором мы теряли скорость. А, красиво, как провода вот прям над головой висят. Так, там я видел, да, срезание, я его заметил еще с первого раза, но оно, по-моему, там не особо нам сокращает. Я точно не знаю, как в него вписаться. Это срезание тоже бесполезное. Особо. Там только пошарахаешься там между стенками, еще и может в дерево какое-то въедешь. Практически на полном газу. Я думаю, здесь можно полностью на полном газу проехать эту связочку. Не гонка, а удовольствие. Да, спокойно. Ой, я помню в гриде как. Ой, грид меня как напряжненько там было. С полными повреждениями я играл всегда. Вот там вот жестячок. Особенно поначалу. Я вспоминаю первый грид, который я играл. Ну, то есть он и был самый первый грид. Забыл, как он. А, Race Driver Grid так называлась, по-моему, да, на первая часть.
Я первый поворот не мог проехать очень долго. Я просто расхерячивал машину в хлам. А потом, знаете, так приловчился. И стало, в общем-то, ничем не отличаться от Need for Speed вождения. Ну, только что там, да, иногда можно было пробить колесо, а в последнем автоспорте вообще покрышки стирались. Там в гонках на Endurance там было, да. Что... загляните в плейлисты, найдите там Grid. Там есть Grid 2, опять я сюда не поехал, ладно. Grid 2, Grid Автоспорт. Первого жалко нету. Может, я его когда-то и пройду, но после того, наверное, как я выполню все Need for Speed, ну, которые я задумывал. Хотелось бы мне в Поршике покататься, в Porsche Unleashed, но я думаю, просто это будет скучно многим. Там еще экономическая составляющая есть. А хотя можно Art Money взломать ее, чтоб денег было полно, так будет поинтересней. Давай. 230, да? Ах, ну вот для турбины такой выдавленный капот. Так, это мы выполнили. Ну туда. Это, наверное, за эту серию я пройду только вот эту всю ерунду. А если придется еще какую-то гонку пару раз проехать, так я их в полчаса не вложусь. Это вам не спринт. Авто. Мерин, в общем, буду, по крайней мере, наслаждаться звуком Мерседеса. Посмотрим заставочку. Красивенький асфальтик, вполне себе. О, даже близко, смотрите, какое отражение. Абсолютно мне графика не режет глаз. Все вполне даже так приятненько. Так, ну да, Мерседес такой тягомотный. SL-ка 65-я, да, с движлом 6.3. Или сколько там. Так. Гады, подбили меня. Я так красиво должен был войти в этот поворот. Держался. Да, но это еще не тот звук. Ну, как вы видите, звук конкретно меняется. Смотрим мы спереди машины или сзади. Это кто у нас там? Крайслер впереди? Ох, как мощей не хватает, наверх вообще не едет. У них же должно быть лошадей под 400, все-таки 6.3. Ага, хрена тебе. Сбивай там значки. Этот Мерседес, блин, почти как масл кар. Приспускаем газок, вкручиваемся. Да. Хорошо, хоть так скользь отрикошетил. Я думал, что-то поворот будет в другую сторону.
Да, я знаю, что Mazda, ты крутая в поворотах. Но я все-таки... Это я. Да, в симуляторы сейчас никто не любит играть из ютуберов. Особенно. Буквально там. Я только знаю одного. Ну, кого я могу иногда посмотреть, только один человек. И все. Да, Flatout еще, конечно, можно поиграть. Прикольная игра. Но что тут я ее раз прошел. И больше не хочется. Я помню, еще продолбался с Flatout'ом. И первым, и вторым, по-моему. У меня что-то вот управление откликалось с задержкой на клавиатуру, на нажатие клавиш. Я уже клавиатуру менял, я не знаю, что там. Но это был какой-то глюк на уровне системы всей. Жестяк, короче, был. Я намучился с ней. Да, тяжело едется. Тяжело. И оторваться не получается. Они все едут за мной. Еду вроде неплохо. Да, тут, конечно, я наловил деревья всяких. Блин, представляете, я его не догоняю впереди идущего. А в повороте меня сейчас RX какая-то догонит. Закись бесконечная. Давай, Мерседес, давай, едь! Рано. Мне пришлось сбросить практически всю скорость. Это же командная гонка, бля, в чем ее командность? Я не знаю, что я буду делать на третьем круге. Здесь реально есть буквально пару мест, где нам дается возможность вырваться вперед. Ими нужно воспользоваться на все 100% и желательно где-то близко к финишу.
шпилька. Ну, лучше бы это был последний круг. Но нет. Я тебя пропущу. Кое-как проскочил. Ну, здесь уже хоть посбивал все деревья. Едется легче. Шикарно прошел. Закиси. Давайте поедем верхом. Может, там больше у нас будет. Ага, больше. Ну, в принципе, да, больше. Кардос. Блин, как вы здесь уже оказались, подонки? Так, надо закись накапливать. Накопил один. Чуть так надо было притормозить. Вижу блеск фар у себя позади. Буквально чуть-чуть будем себя подталкивать. Вот это я нафейлил. А так бы можно было бы ехать спокойно. Давай, давай, Мерседес. Это была самая напряженная гонка. Наверное, со времен каньона и корвета. Печальная машина, Мерседес печальная. Так. Dodge Charger. 23 километра мы накатали. Здесь хоть 15, это радует. Так, на Dodge авто. Ух, да, реально битва команд. Вот 20 минут, еще только две гонки проехал. Тихо, тихо, куда тебе?
Так, ну меня обнадеживает то, что я так легко вырвался вперед сейчас. Ладно, это пристреливаемся. Блин, нифига себе у него мощей. А кто у нас там в конкурентах? Чё это не так все далеко? Там же суперкары были. Километров налегке летит. Ох, и на закись она как реагирует. Ну вы знаете, то есть закись азота, она дает мощность относительно объема двигателя. То есть, если у вас маленький двигатель, то толку от закиси азота будет мало. Закись азота имеет смысл применять только на больших двигателях. Ну, типа там от 3 литров, скажем так. Блин, тут и закись никуда использовать, она и так едет на максимум. Отлично, проехал. Давайте расчистим себе путь. Так, кто-то там нас преследует. А, такой же Додж у нас на хвосте. Так, ладно, что-то я разогнался. Второй круг все-таки. Всего лишь. Здесь надо как-то оттормозиться покультурнее. Я так хорошо вписываюсь, но везде, кроме последнего поворота. Они, по-моему, подтянулись как-то. Ух ж, как. Да, едет она чудесно. Ах, а летит-то как? Диски тормозные видно, все как положено. Красиво. Аж класс радуется таким поворотом. Но не таким. Очень много. Просрал все помидоры. На этом одном повороте. Да едьку, смотрите, 320. Бляха, муха. Вот это будет у меня финиш, я чувствую. Вот, я хотел что-то придумать здесь. Вот, конкурентов можно придумать здесь.
Вот гад. Он поехал по моему короткому пути. Иди сюда. Блин, я просрал. Ё-моё, это ж надо было так. Это все один тот поворот злосчастный. Да. Представляете, как когда катаешь 20 кругов. Так красиво ехал все эти круги. Почему не проехать по турному последний круг? Там просто идет месиво за нами. Пути назад нет. Да, последний круг у меня был эпичный, вот с этим, блин, боялся так. Там надо на торможении влетать, просто уже в последний поворот этот. Ну, трасса прикольная, скоростная. Уа, идеально проехал. На 300. Надо все-таки закись азота там использовать, потому что... Потому что с ней я, может, не проеду так быстро, как без нее, но там надежнее все-таки как-то получается. Слишком там большое торможение. А у него обвес стоит какой-то. Ну, это меня не пугает. Вот гаденыш. Малину мне подпортил. Эх, да когда видишь соперника впереди, рука так и тянется нажать на закись азота. Да я его мог уже пройти несколько раз, если бы не поранил. Вот третий круг, я точно не пройду этот поворот таким образом. Они все поехали за мной. Блин, надо было этот круг ехать в объезд.
тут вообще без тормозов. Просто на сбросе газа проехали. Фух. Так, давайте, ребятки, проезжаем эту трассу по-людски и прощаемся. А то я уже часок катаю. Подустал, вечер поздний. Да, это в шутере можно долго и гонять, а вот гоночки не получается. Держим, 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 держим. Ху, даже не дотронулся. И здесь даже проскочил. Блин, я собираю, мать его, так. Лучший круг. Так, 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 так. Че, вписался. Блин, реально обогнал бы меня, если бы я захитрил, не врубил. Фух. Да, это и была эпичная победа. Часто ведь бывает. Правда, ведь у многих такое было, что на последнем круге, там, на последних пару поворотов тебя обходят. Я помню, есть такая трасса в Need for Speed Most Wanted. Там, где финиш идет, такой резкий спуск, потом 90-градусный поворот, по-моему, налево. Вот я там много раз проигрывал. Фух. Все, так, выполнили. Осталось нам что... В следующий раз я выполню еще одну командную гонку. 32 километра, 9,22. Кёнигсах, ничего себе. Камара, концепт. И Nissan 240. 33 километра на Nissan 240SX. Мы будем полжизни ехать. Потом приступим к дуэль. Погоня без команды. А, понятно. Ну, потом начнем с ментами, и дрифт будет, наверное, в самом конце. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!